Вот, но в отдельные моменты точно. А пока Пьянич подает удар! Удар! И Терштеген ловит мяч, потому что не получился удар в угол. Если бы чуть правее, чуть левее. Но одному, может быть, и не справиться. Пока Квадрадо, передача, Дебала, гол! Гол! Какой великолепный удар, экономный. Прям вот тут на, как говорят, на самом платке разобрался и с соперниками, и ситуацией, и положил, говорят, как рукой, это банально уже, но действительно, куда хотел, вот туда и положил. Куда хотел, причем не очень сильно, но очень точно, тем более с такой дистанции. Мяч меняет, когда меняет игроков Барселоны одного к другому. Какой пас на Иньесту, какое включение, адрес Иньесты, и каков Буфон, каков Буфон. Вот и это... пошел себе, махнул рукой, я ничего особенного не... Входит. Иньеста в линии открылся, получил, да, но не забил. Ответ Ювентуса, Дибала, 2-0. Не забил ты, забьют тебе. И это было великолепно опять. Это было на раз-два, очень быстро, очень резко. Там, по-моему, Недвед. Теперь уже точно Недвед, да? Недвед, да. В объятия. Ну что, Париж возвращается? Похоже, похоже на то. Давайте посмотрим, как его... Кого их менять? Пока Месси с мячом. Таких игроков не то, что в Барселоне. Передача на Неймара. Месси догоняет этот мяч, бьет справа. Брал мяч, оставил его у себя Мандзукич. И опять перевод свободному. Хедира мог бить. И как против него Бонуччи. Суарес чуть-чуть уходит назад. Передача. Ну это что-то. И удар Иньесты довольно заинтересованно смотрел. Нет офсайда. Опаснейшая атака Ювентуса. Но я был уверен, что пробьет. Удар! Гол! Вот он и третий. Это Джорджо Кьеллини. Что творят, а? О чем мы говорили в первом тайме, что здесь тоже перевес Ювентуса, я думаю, что ощутим. Причем Родриго Маскерано, да, правильно с ним играл до конца. Ну, просто превзошел его. Идти назад опять же. Одного обыграл, тут еще двое бегут. Да, нашел Суареса. Удар Суареса. Но еще и не везет Барселоне. Тут уже вопрос угловой, не угловой. Но это мелочи. Это дать чаевые, не дать чаевые. Вот да? Серхи Роберто. Удар Неймара. Все заблокировано. Причем еще и с двойной подстраховкой. Иньеста. Ракитич.